Думал уж и четвертая пустая. Нет, в этой ловушечке все-таки рой какой-то поместился. Ну сейчас жара, пчелы сильно-то не летают. Их там должно быть нормально. У меня даже на пасеке, я вот сейчас поехал, пчелы сидят, дурака валяют. Ну вот, роек какой-то есть. Теперь я его где-нибудь по вечеру привезу. Вон они там. Да нет, их немного. Вон надо мной слепней летают, больше. Здесь тоже вот под елкой. Елка такая не очень большая. Вот здесь недалеко, вон ту третью-то, вон там где-то я поставил. Вот они тут две стояли. Как-то я 2 года назад только поставил, приехал, и в обоих пчелы были. Так вот я... Вот, ну где-то у меня тут скидывали, не знаю кто, охотники или какие-то конкуренты, пчеловоды. Ну вот, нынче у меня 4 ловушки стоит таких, в одну залетели, значит, 25% залета. В прошлом году у меня было 9 ловушек, залетело 5 роев, но толку? В прошлом году лето было плохое, что эти 5 роев я привез, поставил в одном месте, потом все вместе ссадил, они были на 3-4 рамках только, никакого меду не дали, ничего. Вот сейчас, значит, в прошлом году больше 50% был залет в ловушке, а сейчас 25%. Но я уже больше ставить ловушки такие вот угодья такие. Березнячки, вон там большой лес где-то. Ай, слепни, надоели. Вон машина моя стоит. Сейчас я домой еду и заехал по пути, посмотрел. На пасеку ко мне нынче залетело 5 роев в ульи. И один рой так привился, значит 6 роев. Да в ловушке вот один. Так значит, я поймал чужих 7 роев нынче. Буду вечером где-нибудь, уже когда лед кончится, вот я часов 7-8, а то и в 9, может быть. Ну ладно, пока, может быть, бывает, вот потерпишь долго. Чужие пчеловоды приедут и увезут рой вместе с ульем. А бывает, придут просто вот так вот, скинут и валяйся, что, погибнут тогда. Ну, я где-нибудь день-два вот съезжу домой, потом приеду и потом... Ой, жарища такая стоит, так. Не хочется сейчас. Вон, машина вон у меня... Закипела вода даже в радиаторе. Я пока дожидаюсь, так вот и шлепаю. А эти слепни летают. Ну, пчелики, где вы там? Эй, ну летят что-то. Вон обножку и такую, и желтую носят, и какую-то оранжевую. Ну, плохой лед-то. Жарко сейчас. Ай, у меня руки трясутся. Пчелики. Ну, будьте здоровы. Много-то меда не таскайте, а то мне не поднять. На этой же машине придется везти. Похолоднее бы было. Ну, давайте, оставайтесь. Вон туда я поеду. Домой. 7 июля. Липа еще не цветет. Вон кипрея нету. Все тут затянуло этим, как его... Люпинам нафиг он нужен? Вот, а, нет, вот уже кипрей начинает. Вот я не видел. Но они чуть-чуть начинают. Донник уже цветет. Липа не цветет. Кипрей начинает. Ну ладно. Пчелики, пока. Дожидайтесь меня. Привез я на УАЗике обе ловушки в сад. Ловушка с пчелами и пустая ловушка. На пасеку трелевать
такой маленький райок мне не хочется. Вот там вот эта ловушка с пчелами, а та пустая. Сейчас потащу, сначала пустую ловушку достану. В пустой ловушке что-то осы устроили. Я ее пока отставлю. А здесь вот ловушечка с пчеликами. Темно уже, наверное, ничего не видно. Ай, вон пчелки-то вылазят. Вон они. Ай-яй-яй. А с крышкой-то мне тяжеловато тащить. Ого. Ну вот пчелики. Там какое-то утепление от пальтушек. Это-то вон пустая. Шурупчиками прикручены. И то сдвинулись. А вон пчелка выползает. Ничего, я их сейчас быстренько вон туда вон потащу. Вот рядом с этим ульем поставлю вон туда. В этот улей залетел тоже блуждающий рой. Здесь сядут вон. Вот пчелы. Темно, хотя уже около 10. Вчера привез ловушку. Вот эту маленькую. Было уже темно, где-то около 10 часов. Ну, я сверху под крышу поглядел, но даже холстик убирать не стал, не смотреть, что там происходит, не знаю. Вот в этом улье тоже рой, который я здесь улей поставил, и он, ну, яблоня какая-то уже засыхать стала, но все равно... Залетели. Ну, рядом с ними я поставил и эту ловушку. Сегодня погода нормальная. Ну, думаю, посмотрю. Сейчас залезу. Что там есть, я даже понятия не имею. Рамки, наверное, прикручены. Ну, немножко я вот подымлю вас. Ребята, вот тут какая-то пчелка лазает. Ребята, что там у вас есть? Ну-ка. Ой, да что, ой, настроили. Бывает и хуже. Хуже, но реже. Тащил я тут рамки, думал, может, там они совсем плохо себя чувствуют. Сейчас буду рамки откручивать. Все на шурупчиках. Вы сильно не тревожьтесь. Сколько рамок? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 рамок. Стандартные у меня эти. Вот, посмотреть, как они тут выглядят-то. Вот с этого боку, вот здесь рамки отстроили, а там вон три рамки они не отстроили. Буду смотреть, что там долбят. Про куниц не знаю, не видел, не слышал. А вот на низу, ну, мыши, муравьи, землеройки, и кого только там нет.
Вон пчелки что-то тут лазают. Ну все, ребятки, сейчас посмотрю, как у вас тут дела. Ну вот, рамки-то плохие, вот, совсем плохая рамка, что, я ее заменю. Зачем она мне тут? Ну-ка, а это тоже, ну вон какие рамки наставил. Ну так для роя-то, если бы сильный рой залетел, он бы и это отстроил. Рой слабенький, плохонький. А вот эту рамку они уже строили. Вот. Рамка не очень, но я ее к краю поставлю. Почищу. Эй, что-то ветки там какие-то даже. О, кто туда ветку засунул, вон такую? Ай, ссора-то. Сколько? Ребята, а? Вон мусорка. Да и не буду и складывать, тут и выброшу. Обычно ведро с собой ношу. И в ведро. А тут, ладно. Что это? Ну все. И ту верну я вам обратно. Вот эту рамку я вам верну. Зачем она мне? Вот так отстраивайте с краю. Эти посмотрю. Ай, а это хуже? Вон рамка-то плохая. Но они должны ее отстроить все-таки. Так, ребята. Только бы мне все уместить. Да роек-то не очень. А вот, ай-яй-яй-яй-яй. Вот, пчелка меня ужалила. Вот, пошел расплод. Матка есть, все нормально, только вон они строят как незамечательно. И вот, что-то начехардили. Ничего, пчелики, я вам как 4 рамки принес получше. Рамки-то говорю. Плохие были, самые плохие. Ну вон, что они тут настроили. А трутневого расплода вообще нету. Хотя, надо хоть мусор-то убирать. Эй, вон, что творится. Спокойно, спокойно, пчелочки. Вот еще. Вон что такое? Отпало что-то. Вот. Нормально. О. Такой средний роек, вернее даже не средний, конечно, ниже среднего, но вот они что-то строят, вот пласт настроили, матку так я и не видел, уже вывелись новые пчелки. Ой, мусору-то на дне, это что творится?
Ребята, так вам не верну, вот. Живите. А вот это плохая рамка. Ай-яй-яй. Они прикрепили ее к краю. Вон она, пустая. Чего? Тут еще ничего не строят. А нафиг она вам нужна? У меня 4 рамки. Так я эту не буду. Ай-яй-яй. Щетку опять не принес. Вон их уберу. Эту рамку. Холстиком вас прикрою сейчас. Пчелики. Дочищу. Ай, сколько мусора. Вот мусор. Сейчас весь мусор уберем. Вон сколько лесного мусора. Там и хвоя какая-то. Они несоты чистили. Все. Поставлю. Это вот что-то не очень. Что я где-то надо. Вот эти рамки им поставлю. Пусть они их отстраивают. Десять рам. Ну, чёлики, как видите, я вам лучше рамки даже дал. Вот. Все. Холстиком закрыл вас. Почти чистым, новым. Ну, это вот был бывший холстик. Для запаха-то, чтобы их не отпугнуть. У меня бывало, что бессотовые ловушки были. Так улетал рой на дерево. Ну, эту ловушку я привез. Километра 2,5 отсюда она висела. Эй, что-то я вот набрызгал тут. Травой уберу какой-то напрыск. Ну все, чолики. Привезенная ловушка постояла на своем месте трое суток. Вот сегодня четвертый день, как она стоит. Вот она. Ловушка слабенькая. Меду товарного уже не принесет. Сейчас медосбор идет. Так что, 10-15 дней медосбор пройдет. Ей бы набрать для себя. Но мне захотелось, чтобы... Я для чего ее здесь поставил? Чтобы она усилила вот этот рой. Здесь тоже слабенький рой залетел. Ну вот, в этой ловушке сейчас все пчелы облетелись. Они знают это место. Я эту ловушку сейчас перемещу в другое место, к двум другим ульям. Далеко я их таскать не буду. Но если потом она меня не удовлетворит, матка и прочее, тоже присоединю к тем ульям. Ну вот. А все пчелы этой ловушки соберутся в этот улей. Вот. Мы подымим в тот улей, и в этот улей подымим.
Пчелки. Ой, тут вот кто-то бегает, какая-то пчелка. Крышку мы снимем. С крышкой очень плохо. И сюда подымлю сверху, чтобы они не шибко злились. Ну и хватит. Поставим. Потащили ловушку в нужном направлении. Поставил улей ловушку на новое место. Вон там стоят два улья. Зимовала семья и отводок от нее. К ним я сейчас подставил еще и рой из ловушки. Вот они простоят. Если этот рой наберет для себя запас меда, я их и оставлю даже на зиму. Если не наберет, присоединю к другому улью. А забрал я их вон оттуда, вот отсюда притащил. Ну, пчелка какая-то напала на меня, ей не понравилось. Вот здесь стоит тоже рой с магазином. Рой слабый, откуда-то тоже прилетел, но они развились получше того роя. Чтоб магазин натаскать, я их сейчас решил усилить летными пчелами из той ловушки. Вон они там теперь обитают. Ну, понятно, там их будет маловато. Но они постепенно выйдут, пчелы, из запечатанных ячеек. Печатный расплод, ой, печатный мед, говорят. А это будет зрелый расплод. Он там есть на 3-4 рамках. Ну ладно, усиливайтесь, пчелки. И живите спокойно.